играть назад, и снова мы здесь, снова пытаемся проходить Quake 1 на Nightmare сложности. Значит, в прошлый раз мы почти дошли до конца, встретили двух паука-демонов, и этим прохождение закончилось. В этот раз мы, естественно, попытаемся пройти финальный уровень второй части. Так, тут вот эти ребятки. Ай, блин, ну что ж я. Так, по-моему, внизу что-то бегало, да? А, нет, вниз я... У меня падало что-то. Упс. О, застрял. Ой, ой, ой. А хотя так тоже работает нормально. Так, тут есть кое-какие патроны, есть кое-какая броня. Мы об этом должны помнить. Два секрета, да? Да, блин! Грабьё. Ух ты! Попрыгун. Смотри-ка, смог. Ага. Я помню тебя, парень. В смысле ты не помер? Смотри, какой. Так. Быстро, 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 быстро. А тут будет какая-то хрень типа Шамблера, по-моему. А, не. Тут эти. Постылые. Парни. Вон как вы придумали, да? А, да-да-да-да-да-да, Шамблер, Шамблер. Так, этот парень там внизу пока отвисает. А вот этот решил не отвисать. Да сколько ж тебя всадить-то надо, а? Помер таки. Так, внизу ничего интересного нет. О, да, я вспомнил, тут же халявка есть. Угу. А, эта дверь открылась, все нормально. Блин, заряды для шокера. Так, пацаны. Все. РНЖ-ракет. Вечно доводят меня до самоубийства. Благо, хоть здесь аптечек нормально. Так,
Нет, там еще один был. А, там толпа этих весельчаков. Блин, оно вот в этого попадает. Да ё-моё, а? Засранец. В этот раз сумел таки нагадить. Выпилил? Выпилил. Да, в этот раз у меня все как-то намного хуже идет. Вроде там никого. Ага. Сейчас. Никого. Тише, 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 тише. Так, спокойно. Ну где ты там, ну? Все, закончился пацанчик. Не, вот ты тут никому не нужен. Блин, эти штуки дамажат, а? Это что за парень? Броньку мы какую найти? Так, надеюсь, я успею использовать это для чего-то полезного. Нет. Тут был шамблер. Но нам... Ну, хоть для чего-то. Так, надо запомнить, что у нас здесь еще запаска есть. Заряды для шокера. Хм. Ой. Можно, наверное, прямо сейчас взять эту бронь. А можно было и не брать. Плохой лифт. Не люблю я такие лифты. Нам второй этаж открывает. А. Ух ты. Что ж такое с этой ракетницей, а? Очень плохо, очень-очень плохо. Thank you.
Так, это секретка. Так, мегахелс мы на третий этаж используем, а защиту мы используем на дверь с, ай, блин, с золотым ключом. Так, давай. Ага. Ну раз вы предлагаете. Тем немного. Фух, было близко. Это куда ведет? А это ведет назад. Но мы хотим еще с золотым ключиком дверь проверить. Как раз брони не осталось. Сказал я, как будто это что-то хорошее. Успеем, может, все там перебить. Вниз, вниз, вниз. Yes. Открывайся. О, привет, Шамблер! Жирный, а? Можно наверх сгонять, кстати, за патронами к гвоздомету. Броня. А, это финальная комната. То есть, собственно, броня тут вполне в тему. Ну что, поехали. Тихо. Остынь, парень. Это лучше, наверное, на демонов в конце сохранить, но у меня и гвоздомета-то не особо осталось. Угу. Блин, сам себя и перебью этими гранатами. Да, состояние здоровья отвратительное. И... Я сделал это. Руна. Все враги уничтожены. И вот он закончен, второй эпизод. Фух. Да, в этот раз получилось с первой попытки. Руна черной магии. И шепчет темные мысли в наш мозг. Ага. Короче говоря, нужно... Мы узнаем о существовании Шабни Гурата, о том, что нужно ее валить. И она причастница к этому всему.
причина. Итак, у нас закончено два эпизода. Мы можем зачем-то сходить в первый. У нас руны нету. А почему руны нету с первого эпизода? А как так? Я не знаю, почему это так произошло, но я думаю, что в итоге я просто применю чит-код, который дает все руны, и не буду проходить заново первый эпизод. Потому что, ну, я прошел первый эпизод, почему у нас руны нету до сих пор? Это очень странно, очень странно. Ну да ладно. Поехали, третий эпизод. Наверное, потому что мы умерли. Не, быть не может, все равно. Руна должна сохраняться, потому что смерть приводит к автосейву с начала уровня. О, привет. Ты смотри, жердя, еще и вальнул в меня. О, у нас сходу будет дабл баррел шотган. 5 секретов, 67 монстров. Секрет. Телепорт какой-то странный. Ладно, я думаю. Да, еще как-то можно попасть. Ну ок, пока ставим на размышление. Собака. Загрызука. Дабл баррел шотган, конечно, на дальних подступах это так себе. Эй, парень. Понятно. Постылый совсем. Так. Почему-то мне очень не нравится вот это. Кнопочка. Это, конечно, был чит. Что-то открылось. Что-то здесь? Нет. Oh well. А. Кто-то кого-то убил. Уже ныть. Ага. Вот тут что-то есть. Враг. Ага. И дверь, которую мы почему-то не можем открыть. Где-то все. Упс. Так, это кислота. Да. Да-да-да, стреляйте друг в друга. Собираю патроны. О, тут была взрывчатка. Аккуратно. Так, внизу по-прежнему эта же самая кислота. Хм.
Квад мне пока абсолютно не нужен. Так. Кислота, значит. Непонятно, там отражение мешает. Рискнули я прыгнуть без биосюта, да. Секретария нашли. Ух ты. А это мы где? Смотри-ка. Как интересно. И телепорт, ведущий нас отсюда. Наверх. Что, типа, через кислоту нужно уходить отсюда, да? А. Ну, пока у меня есть мегахелс, конечно. Можно. Помру. Помру. Не помер. Ага. Так, ну ок, это был один секрет. Пойдем искать следующее. Тут еще в кислоте два прохода. Ну блин, лазить по кислоте без биосюта выглядит как дурацкая абсолютная идея. Погнали, поубиваем монстрюконов. Есть еще желающие? С ума тут сходят все. Желтого ключа у нас нет. Вот он, желтый кейкард. А, вот секрет. Как-то вот так. Стоп, тут может быть запирающаяся за спиной дверь, как у меня было в прошлом эпизоде. И тогда я фиг отсюда выйду. Вот это секрет. Должен был бы быть. Но нет. Ха, я только два нашел. Что-то память меня подводит. Вот с этим что-то определенно связано. Я вот почему-то просто 100% уверен. Придется вернуться к кислоте. Блин, дверь, ну есть. Естественно, тут дверь сзади. Это же тупость. И броньку я не возьму. Там желтая у меня броня еще в загашнике была. А, открылась, все. Норм. Так, это что? Все? Еще два enemy где-то. А вот и они. Так, я не хочу пока выходить с уровня, потому что мы еще кучу секретов здесь не нашли. Так, поехали думать. Во-первых, что-то должно быть в кислоте. По-любому. Еще три секрета.
Вау, вот это я подзабыл дела давно минувших дней. Почему мне покоя не дает вот эта штука, я не знаю. Но почему-то не дает. Здесь что-нибудь? Нет. Ага, это выход из кислоты. Так, окей. А налево? Мы попадаем, чтобы умереть в большом зале. Да, тут с секретами далеко не все так просто. В всяком случае, я просто не помню их. Нифига. Так, ну это ход наверх. Здесь появился лифтик для удобства. Ха, да? Три секрета я пропустил. Не, в самом начале быть не может. Сказал я и тут же засомневался. А вот в комнате большой, где был квад дэмэдж, что-то скребется у меня на грани сознания. Кстати, аптечки. Вот здесь. Тем более, вот туда можно как-то типа попасть. Каким-то макаром. То есть... Там вот все не просто так. О, да. Нигде нет ни кнопочки, ничего. Вот там только секретка, но она уже залутана мной. Прыгнуть в кислоту, рискнуть. Ладно, выход недалеко, попробуем рискнуть. Опа. А тут какие-то двери. Точнее, стенки. То есть зачем-то они нужны. Блин, я так помру. Угу. Обалдеть. Где же он может быть? Правда, хочу найти их всех. Собери их все, найди их все. Но похоже, что мне это просто не удастся. Помру в кислоте. Броню только зря потратил. Ага. Не, ну это вы приколисты, конечно. А как отсюда выбраться? Через кислоту, да? Класс. А! Ларчик просто открывался, называется. Да, плохо, плохо, плохо. Не нашел я секретов. Три штуки. Причем, что самое поганое, у меня почему-то чувство внутри, что я мимо них хожу постоянно. Вот просто, что можно кричать. Мне, мол, что ты делаешь, дуралей? Дуралей даже не знает, что он делает. Так, ладно. Только попортил себе хелсы и броню. Ну, там точно был секрет, вот тот вот, где наверху. В комнате с квадом и бассейном с кислотой. Mm.
Но я полностью вообще теряюсь в плане того, как он там может быть открыт. Поэтому мы на это дело забьем и пойдем дальше. Думаю, это достаточно долго было. С учетом моих попыток поиска этого секрета. Точнее, трех секретов, которые я не нашел. Сейчас посмотрим, что за следующий уровень. Ой, поганый. Но этот поганый уровень мы будем проходить в следующей части. Так что увидимся в следующий раз. Пока.